Всем привет, с вами я, Алекс, а по-другому Виталий Кекс. Сегодня мы будем с вами, третий левел делать, WorldCraft, карту для CS 1.6. Нажимаем, кстати, вот когда мы заходим сюда, нажимаем колесико мыши, чтобы так вот открывалось, а не просто правой кнопкой мыши. Так, вот. Сейчас я вам покажу, как сделать хотя бы самую нормальную карту для вот CS 1.6. Так, берем, например, вот. Может, уже обновление какое-то вышло, да? Смотри. Так. Я только что посмотрел, нет, не было никакого обновления. Я тут вижу, что экран чуть-чуть что-то не то. Ладно. Так. Вот, мы зашли сюда. И вот видим, вот тут вот у нас есть такие окна. Вот. Раз, два. И вон там будет три. Сейчас я вам покажу. Ну, короче, ладно, там он будет три. Так, например, хотим создать карту, вот это вот наше, блин, не так показал. Так, вот, например, вот это вот, да, вот это наша карта. Вот тут мы можем создавать все. Вот. Вот тут мы можем все создавать. Так, мы... Что такое? Ладно. Так вот, и сейчас, вот, смотрите, ну это тут как легче. Вот берем, заходим опять в текстуры. Вот, зашли в текстуры, видите? Здесь больше, чем во втором левеле, здесь вон сколько текстур разных. Ну мы берем, например, вот это вот. Взяли вот эту, все. Вот тут можно выбирать расстояние. 1,12,96 метра. Там, а нет, это вот... Ну, короче, очень высоко будет. По-другому я знаю, как объяснить. Ну, и вот. Самое, короче, берем вот так вот. 96. А вообще ничего не трогаем. Create Well. Ну, с этим тут какие в старой версии. Вот. На 4. На 4 берем, вот так вот ставим. Теперь берем вот тут вот тоже вот эту штуку. Тоже будет самая маленькая. Оп. Ну и тут тоже самое. На 4 клетки. Все. Ну, именно квадрат. О, кстати, тут можно еще сейчас покажу вам по-быстрому. Вот, например, вот вы хотите сделать карту для маньяка. Вот, например, вам надо вот тут вот... Вы делаете. И вот тут вот, например, вам надо проход. Так, мы чуть-чуть отодвинем. Вот так вот. Вам надо тут проход. Вы берете опять-таки Create Well. Ставите туда ее. Вот так вот. Нажимаете левой кнопкой мыши и опции. Здесь вот есть нормальная, типа текстура твердая и... И прозрачная. Мы ставим прозрачную. Поставили прозрачную и все. Вот, уже, в принципе, все. Пределы карты готовы. Теперь человек не сможет отсюда выйти. Но мы берем теперь еще надо же коробки, какие-нибудь объекты. Так, например, стекло такое вот. Ну, где-то три слоя. У нас еще два. Так. Делаем поровнее. Ну, не поровнее, а чтобы лучше все было. Ну, вот, короче. Так.
Теперь еще надо сделать, ну я еще тут сделаю как для себя, сейчас я на паузу иду. Вот, я все сделал. Короче, вот. Сейчас, например, допустим, гранату одну берем. И вот в каждую комнату копируем и по гранате. По гранате в каждую комнату. Так. Вот. Все, готово. Теперь с этой стороны то же самое. Сейчас я проделку, но уйду на паузу. Так, я все сделал. Вот. Ну, при... Сейчас. Вот, я карту сделал. Вот это... Это гранаты. А, вот это тоже гранаты, все. Вот это вот все гранаты. Вот тут будут два автомата. И вот тут будут два автомата. Тут АВП и тут АВП. Тут пулемет и тут пулемет. Ну и тут еще я броню. Вот тут вот я броню поставлю. Вот в каждом месте, в каждой комнате я поставлю броню. Я рисовать не умею, если что. Ну вот как-то вот так вот должно быть получиться. Это вот снайперки, АВПшки. Потом тут два автомата. АК. МК. АК, МК. Ну тут. Тут АК, МК. АК, МК. Вот так вот будет. Тут. АВП, АВП, пулемет, пулемет, броня, граната, и вот то же самое все. Ну вот. В принципе, вот так вот. Я просто... Для меня это все новое. Сейчас я так сделаю все и вернусь к вам. Итак, вот все. Я все сделал. Фу, жарко. Вот, я все сделал. Вот. Ну, я тут еще коробку добавил. Вот. АК, МК, АВП, АВП. Давай, уйди отсюда. Пулемет, пулемет, АК, МК. Тут АК, тут МК. Тут АК, тут МК. Вот все. Броню забыл поставить. Сейчас поставлю броню. Итак, я вот все сделал. Вот. Ну, я еще на паузе добавил вот. Где будет спавниться наш челик. Если что, вот тут вот. Выбирать, например, террориста, и мы ставим его. Если что, вот я не который говорю. Ну, кто, если что, не понимает. Вот смотрите. Вот, например, я делал вот. Вот сделал тут. Где спавнится спецназ. Если что, то не по одному. Там типа будет спавниться, типа, может там 20 спавнится сразу, может 3. Может, могут все вообще сразу же спавниться. Такого не будет, как у меня игра на 4 на 4. И каждый игрок будет спавниться на своей этой штуке. На своем спавне. Но также можно играть 8 на 8, но я не знаю, как вы это будете делать. Вот. Да. Но я еще на всякий случай вот добавлю. Ну, это сейчас по-любому пойду делать. Сейчас на паузу иду. Вот. Заходим в Map Parameters. И вот. Идем сразу же Start Weapon. Нажимаем Start Weapon. Weapon at the start of the round. И сейчас я им выберу, с чем они будут появляться. Вот. Я вернулся опять-таки. Вот. Я выберу, что они будут. Бронежилет. Граната взрывная. Но если что, она еще лежит вот тут. Вот. Ну и все. Вот, если что, если кто не знает и смотрит сразу же третий левел, то посмотрите обязательно второй. Но я здесь тоже это скажу. Вот, например, мы сделали карту, наводимся на сейф и нажимаем сейф файл.
Если мы будем здесь делать очень много карт. А если вы сделаете просто одну, то нажимайте OK. У меня файл. Вот. Сохраняйте там файлы и все. Сохраняйте файл и вот все. Закрывайте это. Теперь вы все. Эту папку вы не можете кинуть уже в игру и играть. Вы нажимаете Complete. У вас копируется карта. И нажимаем Download Map. Только я не сделал одну. Одну очень главную вещь. Если это можно так назвать. Вот. Я не сделал меньше карт. Да. Все. Теперь мы опять сейф. Бля. Старый проект сбился. Ну ладно. Ну вот, я уже сохранил по новой. Нажимаем Complete. И вот. Все, сейчас ждем секунду, либо минуту, либо 30 секунд. В зависимости от вашего интернета и вашего компьютера. Сейчас ждем. Копирует файлы. Все, вот я только нажал на паузу и резко все. Ну вот. Блин, не то сделал. Я все заново опять сделал. Вот, Download Map. Download the map. Сохраняем файл. Все. Вот он скачался, закрываем это. Ну и там дальше закидывайте эту ж карту в папку. В игру, точнее. Все, всем удачи, всем пока. Создавайте свои карты и очень хорошие карты. Всем удачи, всем пока. И да, приятного аппетита, кто ест.